Сегодня гость нашей студии – врач-эндоскопист Леонид Вячеславович Домарев. У нас была очень мощная группа. Две трети группы стали хирургами. Все-таки судьба себя проявляет. Какой-то здесь есть детерминизм. Я верю в судьбу, да. Это работа, это как бы ты включаешься в этот процесс. Мы считаем, что эндоскопия на самом деле достаточно инвазивная процедура. И каждая эндоскопическая процедура может заканчиваться хирургическим осложнением. И вы кровожадные, все-таки хотите нас разрезать. Мы хотим удалить то, что не должно быть у вас. Ты обязан сделать все правильно и обязан все сделать быстро. И, в общем-то, проехаться с мигалкой по Тверской – это тоже очень круто. На Западе эндоскописты – это гастроэнтерологи. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Все в интересах пациента надо делать.